Ребята, сегодня мы будем рисовать спиртовыми фломастерами против обыкновенными. И начнем мы с вот этого человечка Among Us. Для начала я выделю, где будет тень, а где будет свет. Так как вы знаете, что они как бы двухцветные. Проблема моя заключилась в том, что они не особо у меня получились. Он у меня получился не особо симметричный. Но и крашу я не всегда идеально ровно. Проблема этих фломастеров в том, что они очень сильно волосятся. Что не есть хорошо для фломастеров. И если, допустим, я буду закрашивать вот так вот, и у меня будут остаться такие промежутки, то мне будет закрашивать неудобно из-за их волосков. Что очень проблематично. Фломастер производит команда Multipulti. Сами по себе фломастеры неплохие, но у них есть один громадный минус. Волосятся. Из-за этого их неудобно закрашивать. То есть, допустим, если я начну с середины, то я уже не смогу закрасить то, что там есть пробелы у меня или не пробелы, что там. Точнее, я их могу закрасить, но это будет не очень красиво из-за волосков. И в этом вся проблема. Есть обыкновенные детские фломастеры, которые хорошо без волося, не волосятся, а вот эти, они волосятся. Но сами по себе фломастеры приятные, держать их в руке достаточно удобно. Они небольшие, закрашивать небольшие районы ими вполне удобно. Также у них отличный насыщенный цвет, точно такой же, как на колпачках. Серый я уже тоже пробовала, и он тоже неплохой, скажу я вам. Он тоже достаточно хорошо рисует. Вот так вот у нас получилась светлая часть красного. Теперь продолжим рисовать темным. Темные волосицы уже чуть-чуть больше. Что проблема? Если фломастеры будут разные, это будет не очень хорошо сказываться. Особенно на их продукции. Я закрашиваю быстренько, чтобы вас не мучить. Ну, как-то так получается. Я выбрала рисунок персонажа из игры Among Us только потому, что он очень легкий, и мне для первого моего видео самое то. Ну, как-то так. Дальше я беру фломастер темно-синий и нежно-голубой. Фломастеров этих оттенков недостаточно много. Целых три. Сейчас бы еще понять, какой из них фиолетоватый. По-моему, этот. Потому что у некоторых фломастеров есть такая проблема, как они слегка фиолетоватые. Да, я угадала. Этот чисто синий. Точнее, вот то, что они слегка фиолетоватые, это не проблема. Но есть проблема отличить фиолетоватый от нефиолетоватого. Ребята, я сразу говорю, детали я не собираюсь оставлять белыми, потому что
белые детали, чисто белые, и это неправильно. Но если нету светло-светло-светло-серого или какого-то подобного светлого цвета, то, конечно, лучше оставить, извиняюсь, детали белыми. Вот это вот побочный эффект, не бойтесь, я его закрашу, и этого не будет видно. Ну, я уже догадываюсь, какие фломастеры выиграют. Но вы будете выбирать для себя победителя сами в комментариях. Ну, у меня получается как-то вот так пока что. Результат пока что, мягко говоря, не очень. Дальше берем такой коричневатый. Хотя, наверное, можно было взять и бордовый, но я взяла именно его. Так как мне кажется, что тут слишком много красного, и как-то это посмотрелось не очень. Так, ну и цвет, который мне еще пригодится, это черный, чтобы сделать обводку всех деталей. Так как вы наверняка знаете, что в Among Us обведены и абсолютно все детали. Кроме вот этого вот перехода, который на камере, к слову говоря, практически не видно. Ну и вживую тоже он не особо приятен на вид. Обводку я в некоторых местах делаю потолще. Чтоб придать, как сказать, большей красоты, как по мне, это будет более красиво, с более толстой обводкой в некоторых местах. Ну вот такая сторона у нас получилась. Как вам? Как по мне, достаточно неплохо для таких фломастеров. Теперь мы попробуем разрисовать вот эту сторону. Для него опять же берем два цвета. Берем фломастер под цифрой 2 и под цифрой 11. Это те фломастеры, которые у меня есть. И сразу говорю, фломастеры эти не волосятся, что добавляет им больше плюсов. Получается какой-то коричневатый слегка цвет. Извиняюсь, что я залезаю на... фломастеры просто у меня пока что не очень аккуратно получается, так как я не самый опытный человек в этом деле. Я рисую вторым слоем, и я вам скажу, это прекрасно, волосков у них не появляется. Но я рукой чисто по случайности вот здесь вот провожу, когда крашу, и вот здесь до сих пор остаются волоски, что меня не радует. Как-то так. На камере он выглядел коричневатым, но в жизни он слегка тоже коричневатый, но ничего. Как по мне, можно таким оставить. Теперь рисуем красный. Красный цвет опасный. Как говорится, красный — это первый цвет радуги. Кстати, кто играет в Among Us и знает режим радуга, пишите в комментариях. Как по мне, это очень клёвый режим. Ну, пока что получается как-то так. Извиняюсь, что я залезаю за края, понимаю. Это добавляет больше минусов. Но я говорю, я вот такой вот, я рисую в спешке, так как это мое первое видео. Сегодня к тому же выпал снег, и я планировала пойти на улицу.
Поэтому я рисую немного в спешке. Обещаю, следующее видео будет без абсолютной спешки. Теперь я беру цвет 87 и 85. Ого, как открылись. Так. И вот так как-то у нас получается. Закрашиваем вот здесь вот. И получается как-то вот такой вот у нас человечек Among Us. Здесь я решила взять вот такой цвет, так как мне показалось, что он подойдет гораздо больше, чем какой-либо коричневатый, так как тут в тех фломастерах не было такого оттенка. И мне показалось, что он подойдет гораздо лучше. Берем такой цвет. Ой. И мне кажется, он подходит гораздо лучше. Знаете, для вот этой вот части стекла у меня был специальный цвет. Я его готовила заранее. Но вот прямо перед съемкой видео он у меня пропал куда-то, представляете? Мне, конечно, было очень жалко, но все-таки нельзя отчаиваться. И вот так у меня получается. Те зубки я решила просто оттемнить, так как мне стало неудобно видеть то, что они будут серыми. Здесь этот цвет это светло-светло-серый, который не добавляет особых проблем. К моей радости. Тыкву я стараюсь раскрасить уже более аккуратно. Не вылазая за края. Просто повторяю, это мое первое видео. У меня не все аккуратно и гладко. Но я говорю, я рисую достаточно неплохо. Ну, мне кажется, вы тоже оцените. В своем инстаграме я публикую картинки, фотографии своих рисунков. Кому интересно, у кого есть инстаграм, можете зайти и посмотреть, что у меня находится в этом загадочном скетчбуке. А мы уже закончили красить, и нам осталось что? Правильно, только обводка. Ну, еще вот здесь вот закрасить у тыковки. Я решила сделать тыковку, так как мне было жалко рисовать на таком ужасном предателе. Что-то новогоднее. Так, вот поздравляю с прошедшим Новым годом. Хотя с прошедшим особо не поздравляют, но все-таки. Поздравляю вас с 2022 годом. Пускай у нас будет очень хорошим и счастливым. На этих фломастерах, как делается обводка, мне очень нравится. Эта обводка, она безупречна. Вы только посмотрите на эти идеальные линии. И посмотрите здесь, и посмотрите здесь обводку. Ну и у меня готово все. Буквально все. В этом видео, я думаю, фон можно не делать, так как это мое первое видео. И сравните сторону фломастеров спиртовых и сторону фломастеров обыкновенных. Какая же вам больше нравится сторона? Оценивайте в комментариях. И до скорой встречи!